гол! Великолепный гол Ришата Козлярова! Да, уже второй день подряд мы наслаждаемся мастерством 12-го номера «Кристалла». Фантастический гол тут раскачал Катане. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фантастический мяч капитана «Кристалла» Александра Миронова. Только я хотел сказать, что приятные впечатления на меня произвели замороченные футболисты «Кристалла» в этих матчах. И Миронов, и Кошелев себя ярко проявили, там забивает великолепным ударом Миронов. Соколов находит Дробыша, и вот она, домашняя заготовка. Дмитрий Дробыш 2-2 после изумительной передачи Павла Соколова. Второй раз в сегодняшнем матче «Кристалл» отыгрывается. Покаялся это сочетание, так получается. Присел, опа, Соловьев, пока я прочтёнки рассуждал. Дмитрий Соловьев, капитан «Кристалла», гепард, оформляет дубль. Вот так, да, Сол стреляет, Белок. Ну, «Кристалла» здорово, Кошелев исправляется. Тут же один мяч «Кристалл» отыгрывает. Денис Кошелев второй гол в этом сезоне. Ну, вот такая вот, да, перестрелка у нас сегодня получается. 6-5, и это еще не вечер. Тоже здорово, как по ротам трехходовку разыграли.